Привет, мои дорогие стрельцы и стрельчихи, девочки и мальчики. Сейчас мы с вами, а больше, конечно же, для вас, мои дорогие девчонки, сделаем сейчас гадание до середины лета, что нас ждет со здоровьем и что ждет в любви. Это будет супер-пупер легкий, не обременяющий мозги расклад, для того, чтобы посмотреть примерно, к чему быть готовым, если что-то такое будет, такое конкретное, на что отзовутся карты. Гадать мы будем на Золотом Таро и на Монаре. Насчет стрельчих, что я вам скажу. К стрельцам я отношусь очень позитивно, и я бы очень даже хотела, чтобы у меня стрелец, девушка, был другом. Но вот мне больше попадаются другие знаки зодиаков, да, а вот стрельцов вообще мало. Но мне, знаете, у нас все время со стрельцами такое емкое и в то же время очень такое законченное общение. То есть это такая девушка, которая начинает, говорит, причем я это все ясно воспринимаю, мне не надо там где-то догадываться, там всматриваться и все остальное. По стрельцам все видно. И к стрельцам я отношусь хорошо, но вот, например, знаю один такой пример, девочку вам расскажу про нее. Столкнулась я в не очень, наверное, хорошей форме, хотя мы так держим друг друга, такое мирное соглашение, какой-то такой нейтралитет, но почему-то вот мы с разных вообще с ней миров. Реально, стрелец мне попался такой вот из последнего моего общения, девочка-стрелец вообще с другого мира. И причем она пытается мудро держать нейтралитет по отношению ко мне, а я пытаюсь даже, да, тоже дружелюбно к ней относиться и не мешать. Хотя у нас вот, ну, такая вот стычка кое-какая произошла. И все равно я зла не желаю. Ни одному стрельцу, ни одной стрельчихе. Стрельцы, они, знаете, относятся... Именно вы относитесь именно к тем знакам зодиака, которые двигают этот мир. Они, кем бы они ни были, да, ну хотя бы даже уборщицы какой-нибудь, да, но они вносят в этот мир вот такие вот, знаете, вот стрелец-уборщица вот у меня была на работе. Эта женщина просто, она делала наш офис, она просто его делала. Вот эти вот цветочки какие-нибудь принесет, и мы начинаем их растить, поливать и следить за ними, хотя у нас, как говорится, не до этого было. Ну вот, и запоминающиеся, конечно, личности. Ладно, девочки, давайте посмотрим. Вот, я вас даже потру так. Этот стикер, который так, ну, зато от души писала. Итак, давайте посмотрим. Давайте сначала посмотрим ваше здоровье. Здоровье, что ждет до середины лета 2013 года. Ой, 2013, господи, что это я... 2019 год, девочки, сейчас же 2019, а мне все на 13 тянет. Итак, давайте посмотрим, что ждет в этом году у вас со здоровьем. О. Так, девочки, скажу так. Так как это общий расклад, и на здоровье выпали не очень хорошие карты. Но они именно относятся к гинекологическим каким-то проблемам. Но это проблемы могут быть совершенно разного толка. Если вы вдруг решите забеременеть, то, пожалуйста, к этому готовьтесь, да, это не должно быть просто ни с того ни с сего вы забеременели. Второе, если кто-то из вас собрался делать аборт, да, то я бы, как вам сказать, девочки, я, конечно, против абортов, очень сильно против абортов. И лучше, конечно, вот ребеночка дали высшие силы, значит, ну, знаете, и дадут на него, да, и тут надо все очень сильно взвесить. Надо подумать головой. Дальше. Тут еще может быть ложная беременность, да. Может быть, еще кисточки какие-то подлечить. Я не говорю, что они у вас возникнут. Скорее всего, это уже что-то было. Девочки, если у вас вот какие-то проблемы со здоровьем ниже пупка, вот именно ниже пупка, да, вот по-женски, гинекологически, сейчас возьмите и ими реально занимайтесь.
Потому что карты выпали не очень плохие, потому что если сейчас вы этот вопрос упустите, потом это просто, знаете, как снежный ком будет нарастать. Потому сейчас вам именно вот с этим надо связаться. Может быть еще такой момент, что по либидо, может быть, какие-то вопросы у вас. Возможно еще, девочки, вот я сейчас раскладываю, у нас сейчас такая луна, которая почему-то и у вас тут может как раз-таки и отобразиться, потому что на все четыре карты, да, это такое мне сейчас больше напоминает, что сейчас именно состояние. И именно вот это что-то с гинекологией связано, и обязательно надо лечить. И если кто не болеет ничем, я держу за вас пальчики, кулачки, крестики, чтобы у вас никаких болезней не было. Но будьте очень осторожны. Все, что связано именно с вашим бутончиком, с вашей розочкой, с вашим цветочком. Не оставляйте его, берегите его, пусть все будет у вас хорошо. Потому что вот это, оно может, знаете, что еще? Если вдруг вы, например, со своим мужчиной сейчас в ссоре, вы не с ним вместе, все, это может быть соматически у вас идет на ваш бутончик, на вашу розу. И вот сейчас вот это может быть еще какой-то удар энергетический, именно вот ниже пупка. Так что тут надо, конечно, обратить на свое здоровье пристальное внимание, стрельцы. Девочки, не затягиваем ничего. Вот я даже вам даже по себе скажу, я сама просто иногда беру и иду там вот, ну, такую вот в частную компанию, которая анализы делает, да, чтобы не стоять в очереди и потому, чтобы не просить ни какие-то направления, я сама выбираю, что мне сдать, и иду сдаю. Вот недавно сдавала опять какие гормоны, сдавала общую биохимию крови. Один, правда, анализ не доздала, но просто я для себя сдаю, чтобы быть уверена даже вот в крови, что у меня, какие мои эти женские гормоны, как они работают и что да как. Просто для себя. Вам я тоже, кстати, советую. Еще такой момент. Если у вас ничего такого не болит, и обращаться к врачу, проходить эти обследования нафиг вам не надо, да? Ну, вы считаете, что ничего не беспокоит. Обратите внимание, что может быть удар в вашу сторону. Так, от кого может быть этот удар? Нет, это... Это даже я бы не сказала, что вот именно... Девочки, если вас бьет, вот говорю так уже конкретно, да, я надеюсь, что эта тема не заденет никого, но если вас бьет мужчина, да, то от этого мужчины, который вас бьет, уходите, потому что у вас это идет еще и на какую-то соматику, потому мне этот удар и шел. Так что вот именно... Это не то, что плохие новости. Нет, девочки. Это говорит о том, что вот карты сейчас почувствовали именно, что вам надо заняться своей розой, со своим бутончиком, своим цветочком женским. Понимаете? Если сейчас смотрит мужчина, тоже займитесь, пожалуйста, именно с урологическими какими-то вопросами. Я бы сдала просто анализы. Просто вот даже... Внимание такое вот уделяешь, когда, например, идешь, покупаешь себе там сережки или кремики для лица, или еще что-нибудь хочется такого, да, а вы просто вот так вот пошопитесь ради своего цветочка, да, купите новые трусики. Я бы, кстати, даже вот сейчас для того, чтобы отгонять всякие вот эти вот энергии, все плохие, я, например, знаете, как я даже ношу нижнее белье? Ну, это, конечно, может быть, кому-то будет неинтересна эта тема, но все же, да, оно тоже для меня определенно имеет роль. Даже не сколько, например, вот знаете, вот женское белье, оно состоит из двух, бюстгальтер и трусики, правильно? И вот я к бюстгальтеру как-то вот
ну, равнодушно вообще какие, но к трусикам они должны быть разные, и я одеваю их не то, что даже под настроение, а для того, чтобы аккумулировать свою эту женскую энергетику даже для решения каких-то проблем или задач. И я, например, чувствую, что у меня снижается мое женское либидо, я надеваю эти вот красные такие, кружевные, да. Если я хочу поспать, я одеваю серые. Ну, то есть я на себя воздействую цветами и ощущением именно через мою вот эту штучку. Понимаете? И я вам тоже советую именно вот ее прочищать, очищать, бережно и очень хорошо, внимательно относиться именно к гинекологии, либо для мужчин в урологии. Даже покупая что-то в магазине, гели какие-нибудь для интимной гигиены, тампончики, возьмите, побалуйте себя. Если у вас даже такие, и вы все время покупаете одни, например, прокладки, да, купите какие-нибудь такие дорогие, ну, такие, чтобы, знаете, как милого баловать ребенка. И это надо. У вас вот по этой теме вот это надо делать. Понимаете? Баловать и заботиться, чтобы вот эта вот ваша нижняя часть, как говорится, лицо женщины, да, оно должно чувствовать заботу. И еще такой момент, да, специально для вас, девочки, объясняю. Ну, я так думаю, вы все равно знаете. Вот когда вы говорите ртом, вы, чтобы привлечь внимание мужчин, красите губы, да, надуваете губки как-то, еще что-нибудь. Дело в том, что у вас получается язык тела, это не только ваш рот, да, ваша мимика лица, но это и тот язык. И, девочки, если вы хотите реально достроить свою личную жизнь, да, вот хотите найти мужчину и все остальное, относитесь именно вот к этой вашей, не то что говорящему органу, да, а к вашему этому действительно второму лицу очень серьезно, да. Подойдите, пожалуйста. Это не просто так советы, это просто очень сильно. Даже по всем четырем картам это прошла тема, потому я ей уделила внимание. А больше вот такого ничего не выпало, но очень сильно фоном прошла гинекология. Это не говорит что о том, что вы заболеете, но обратите внимание, что вот там вот немножко так вот что-то как-то не так идет, вибрация не та идет, и она может к себе притянуть совсем не то, что надо. Может и какую-нибудь болезнь, расстройство, молочницу, там еще кисточки или еще что-нибудь такое притянуть. Поэтому очень сильно заботимся, нежим и пестим свой пестик. Так, вы меня поняли, дорогие. Дальше, давайте посмотрим сейчас на любовь. Разложим. Стрельцам моим разложим на любовь. Давайте посмотрим, милые. Что вас ждет до середины лета в любви? Что ждет стрельцов до середины лета в любви? А насчет любви у вас как раз-таки все хорошо. Да, вот сейчас волнения какие-то, да. Я бы даже сказала, там, скорее всего, какие-то любовные треугольники идут. Может, со стороны мужчины, да. Может, вы где-то не уверены в себе. Где-то какие-то выяснения отношений. Но это все закончится. И дальше у вас идут красивые водные карты. И красивая королева воздуха выпадает здесь. У вас до середины лета как раз такие. Вы можете проморгать. Девочки, кто одинок и кто ищет, да, свою вторую половину, не проморгайте, пожалуйста. Вот после этих состояний, после того, как, скорее всего, вы можете там расстаться с тем человеком, с которым вы сейчас выясняете отношения, да, потом придет такое даже время немного забвения, но и женского. Вот даже вот я тут руны рисовала, я не случайно, я руны подбирала именно под значение карт, да. И обратите внимание вот даже на эту руну, которая обозначает свадьбу, торжества, признание в любви и все остальное. И дело в том, что у вас тут вот руны повторяются, понимаете? Это значит, что вы можете наступить либо на одни и те же грабли. Если вы сейчас живете с человеком, который вам треплет нервы, да, и вы его будете прощать, он вам будет эти нервы дальше также потрепывать.
Да? Поэтому для некоторые стрельцы простят своих мужчин, а некоторые стрельцы этих мужчин кинут. Так что вот сейчас такой момент. Но кинете вы, либо продолжите отношения. В принципе, вот до середины лета, до того момента, пока мы раскладываем сейчас, да, да все будет нормально. Жизнь бьет ключом, с любовью все нормально, мужчины будут на вас реагировать, вы на мужчин будете реагировать. Я бы на одном мужчине все-таки не делала акцент основной, а еще подпитывала бы себя комплиментами других мужчин. Немного флиртуйте, девочки, вы же стрельцы. Ну как стрельцы могут не флиртовать ни с кем? Это ваше, понимаете? Это я не говорю там про блядство или еще про что-то, нет. Я говорю вот про тонкие взаимоотношения с противоположным полом, либо с тем же полом. Так как это общий расклад, я гадаю мужчинам и женщинам, и вне зависимости от того, кого они любят. Так что, девочки, у вас в любви, кстати, все окей и все гуд. И вот я хоть и водолей по знаку зодиака, да, но, если честно, очень вот так вот пересекаюсь с стрельцами. Мне бы хотелось, чтобы у меня выпали такие карты. Вот потому что они мне нужны. И я рада, что они выпадают вам, девочки. Да, будут трения у вас, будут какие-то выяснения отношения. Но это карусель, это ваша жизнь. Можно подумать, вы никогда не ругались. Вы ругаетесь со своими мужчинами, с другими. И это будет какие-то... Но ни на что это не повлияет. Ни в какую худшую сторону у вас отношения ваши не пойдут. Все бы только к лучшему. Вот это ваш девиз. Все, что не делается, все к лучшему. Ведите себя, как вы хотите себя вести. Корректировать себя не надо. Только вот на гинекологию обратите внимание. Поливать надо и ухаживать за своей розочкой. И, кстати, вот эти вот все карты, да, обратите внимание, они, если честно, все женские. Все женские. У вас не идет энергия на спад. У вас все равно... Вы сами себе лечите. У стрельцов, кстати... Ну, я вот сейчас вспоминаю, есть ли исключение стрельцов, да? Но что-то на ум мне ничего не приходит из даже всех моих знакомых, да, стрельчих, чтобы они сами себя не доставали из болота, за косички и со всяких сложных передряг и ситуаций, которые им попадаются. Вот такие вот дела. Все у вас будет нормально. Единственное, что обратите внимание, что вот в июне где-то, девочки, если вы без пары, и вы хотите эту пару найти, смотрите, не прошляпьте. Потому что в июне будет такой вот, знаете, человек со френд-зоной. Сначала у вас такое будет знакомство, либо оно уже сейчас есть. Вы как будто общаетесь, да, но вот такого либо движения сейчас нету, и это реальная френд-зона. И вот этого мальчика с френд-зоной, пожалуйста, не прошляпьте, потому что очень даже и неплохой человек. Вот. Это для тех, кто замуж хочет. Ну все, девочки, вот такие вот дела. Быстро, конечно, сказала, да, но вот то, что выпало, то выпало. На что обратить внимание, на то мы внимание и обратили, и, как говорится, не более того. Потому что остальные расклады мы будем с вами делать на более такие конкретные темы. Все, мои дорогие, пока-пока!